компьютер считает. Ты можешь выйти последним, а прийти по факту первым. То есть неважно, когда ты стартуешь, система тебя считает. Да. То есть кто-то стартанул, допустим, 7, а кто-то в 7.30, а проплывет быстрее, он будет первым. От этого, конечно, зависит успех первого фазового отрезка. Но в случае с лидерами нет никаких сомнений, что они преодолели минимальный маршрут и, соответственно, с минимально отведенным для этого времени. Еще один вкусный, питательный, полезный партнер. Это лаковые лоточки «Корни». Одновременно же вкусный, полезный, сытный батончик на «Сафроне» будет 5 различных видов лаков. Команда по номеру 10-27. Simon Trafoti Wallis.